уже проговорили и наметили. Милевский. Фамилия! Здорово! Знаешь, что могло произойти? Действительно, футболисты Гомеля отвлеклись на Павла Савицкого. Он был намного активнее. И, возможно, дает тем самым какой-то знак. И действительно, это какая-то заготовка. Пошла подача по вратарскую. И Фамилия оформляет дубль. 3-0. Смотрим повтор. Как-то совсем легко влетают мячи в этом первом тайме на гомельские ворота. У Алексея Шпилевского дебют-то какой получается, а? Очень деловито он выглядит. Юзефчук пошел сам в штрафную, прострел, удар по воротам. Ну что, да, похоже, все-таки фиксируется взятие ворот. Это Джоэль Фамие, который оформляет хет-трик. Оформляет хет-трик в этом поединке. 4-0 счет становится. Ты знаешь, очень сложно анализировать такие голы, когда они забиваются с двух.